Вот высадка как раз идет за столбиком Радика Сафиуллина. Это лидер нашей молодой группы пограничной, с которой я уже в 2010 году познакомился. И мы начали вот как раз уже свои планы строить, потому что в перспективе должна быть изменена ситуация. Маленький монумент мы заменили и вернули его хозяевам, Ильдару Халиуллину, сыну Хазрата. То есть сегодня этот монумент находится у него в усадьбе. А вот благодаря стараниям всех неравнодушных мы смогли как раз построить здесь первый монумент в Казани. Советский район, улица Комарова, рядом с мечетью Медина. Сюда приезжают и новобрачные, и дети приходят, и пенсионеров очень много приходит вот на это место. То есть место очень чистое, и мы стараемся сюда, ну, отдать все, что у нас есть лучше. Поэтому всем доброго дня!